Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром просьба подписаться на канал и оставьте небольшой комментарий. 19 сентября на почтенном 80-м году жизни скончался британский актер театра и кино Джон Чалис, прославленный по большей части своими многочисленными приметными работами для малого экрана. Например, Чейза Скорби, злодея, взявшего в полон четвертого Доктора Кто 1976 года. Как передает интернет-источник, ссылаясь на родных артиста, Чалис мирно отошел во сне после продолжительной борьбы с раком. Чалис родился в Бристоле 16 августа 1942 года. Перед тем, как найти себя в актерстве, трудился стажером в агентстве по продаже недвижимости и курьером по доставке продуктов. Работал в передвижном детском театре, откуда плавно переместился в королевскую шекспировскую труппу, при этом не имея должного образования, что не помешало, как выяснится. В кино дебютировал в 60-х, на счету порядка сотни работ, «Перекрестки», «Летучий отряд Скотланд-Ярда», «Легенда о Робин Гуде», «Новые мстители», «Улица коронации», «Чисто английское убийство», «Все включено» и «Дуракам везет». Причем его персонаж в «Дураках» был Бойси, был настолько популярен, что после завершения шоу получил свой спин-офф «Зеленая, зеленая трава». Несколько раз был женат, в том числе на актрисе Джин Чалис, с которой неоднократно вместе снимался, Сабине Франклин. Эти браки актера длились год-два.